Освобожденные территории Азербайджана восстанавливаются стремительными темпами. Так, в рамках работ по реконструкции сети телерадиовещания на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана сегодня сдана в эксплуатацию станция телерадиовещания, расположенная в Лачинском районе. Об этом сообщает Министерство цифрового развития и транспорта. В результате в Лачинском районе, а также в селах Лачинского направления Шушинского и Губадлинского районов было обеспечено вещание 8 телевизионных программ, в том числе и телеканала CBC, а также радио CBC FM.